Всем привет! Как и обещали, в этом выпуске мы расскажем еще о 5 интересных фактах из жизни харизматичного талантливого певца, композитора и холостяка Дана Балана. Первый факт. Рост 190 сантиметров, а вес 73 килограмма. Второй факт. В жизни Дана был период, когда он увлекался тренажерным залом, но сейчас он предпочитает функциональным тренировкам с собственным весом. По его мнению, такой вид физических нагрузок больше соответствует его ритму жизни. Третий факт. Трек группы Ozone, в котором состоял Дан Балан, «Драго стадиенте», и попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый продаваемый сингл за всю историю мировой музыки. Четвертый и самый интересный факт о Данчике. Его первый секс случился в 15 лет. Это было золотое время, вспоминает певец. И пятый факт. Дан Балан является единственным молдавским певцом, которого номинировали на престижную музыкальную премию Грэмми. Случилось это в 2009 году. Мы приготовили для вас еще немало интересных фактов о харизматичном холостяке Дане Балане, но о них мы расскажем в следующих выпусках.